Сегодня, 19 июня, прошли очередные следственные действия вот с Русланом Бекировым. Мы находимся в городе Севастополе. Мы вот только что вышли. Проходило мероприятие по предъявлению обвинения, то есть вручалось постановление о привлечении в качестве обвиняемого. До этого момента Руслан был подозреваемым. В принципе, ничего не изменилось. Ему также вменяют часть 1 статьи 307 Уголовного кодекса и обвиняют его в том, что он якобы дал заведомо ложные показания, будучи в Южном окружном военном суде по поводу Энвера Сейтусманова. Мы знаем, что Энвер Сейтусманов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Было подано нами ходатайство о том, чтобы приобщили к данному протоколу допроса, который также сегодня состоялся, заявление о преступлении. Напомню, что Руслан писал заявление о преступлении именно о дне, когда его допрашивали в ФСБ, и в суде он об этом заявил, сказал, что допрос его осуществлялся и протокол он подписывал под давлением, причем подробно об этом расписал. Вот у него в этот день сотрудники, неизвестные пока сотрудники, забрали телефон и до настоящего времени его не вернули. К этому заявлению о преступлении мы приобщали фотографии тех, кого вот опознал Руслан. К этому заявлению мы приобщали другие документы и подробно расписывали все это. Вот до настоящего времени нормальный, надлежащего расследования не было проведено. Но я считаю, что результатом того, что Руслан пожаловался на то, что на него оказывалось давление, стало то, что само это управление по городу Севастополю возбудило в ответ, по-другому я это не расцениваю, на Руслана вот такое уголовное дело, в отместку, так скажем, за то, что он не испугался и заявил о недопустимых методах и способах допроса, которые применялись к нему во время уголовного дела в отношении Энвера Сейтусманова. На следующей неделе также запланированы определенные мероприятия следственные, о чем мы будем сообщать позже. Чок Саунс.